Сегодня у нас в Гусаре весна в самом разгаре. Я уже так соскучилась по солнцу. И сегодня солнце. Так, иду пополнять счет на телефон. Иду искать силиконовую скалку. Ну и что-нибудь себе купить для души. Зайду в обувной. Вот. Для души. Если что найду, если что понравится. Так что пошлите, вон толстяки нам уже задницы показывают. Пошли. Я как всегда со своей тачкой. Это не тачка, а радикюль. Да. Потому что потом зайду в Кауфланд и куплю. Там есть лук вот этот жареный. По акции должен быть. Я хочу купить такой лук. В общем, как-то так. Вот такое. Волчонку корм. Волчонку корм. В общем, так по чуть-чуть вообще. Всяко разное. Посмотреть. Что-то рыбки хочется жареной, ну какой-то такой. Если будет рыбки купить. Ну, в общем, посмотрю, что. Пожирнее, да? Да. Ку-ку. О, скидки какие. Здесь Юлька идет скалку смотреть. Здесь мы покупали тарелочки первые наши. Не знаю, только открыты или нет. Опять мы на торговой площади. Это там, где была елка. Вот она выглядит вот так. В таком, ну как сказать, без всяких украшений. В общем, как раньше это был... Рыночная площадь. Рынок, так сказать. Фонтан. Торговцы тут всякие были. Всякие разные бизнесмены. Теперь это просто достопримечательность Германии. Я пойду посмотрю. Подожди, я подойду ближе к фонтану. Так. Ни одной деньги. Злые волки, какие-то свино-собаки. Помаши маме ручкой. Глухая. Тебе нравится, да? Да, вот эти такие. А это что? Это свечки на батарейках. Дальше? Стерео. Всякие. Это как от солнечных батарей, да? Это детская. Подушки. Такое. Так, ладно, нам надо сколько. Тут вот всякая одежда. От 3 евро и выше. Штанишки. Такие. По 10 евро. Бижутерия. Сейчас посмотрим. Я думаю, что это супницы. А это тарелочки из-под яиц. Для яиц. Еще тарелочки. Такие зайчики. Барашки, кролики. Юля там что-то еще увидела, говорит, ух ты,
не знаю, что. Зайчатки. Зайчатки с морковкой. Яички. А что, ух ты говоришь, ух ты. А? Ты увидела, что говоришь, ух ты. А вот это мне тут. Смотри, он здесь только не забил. Знай, какой заяц. Зайчиха. Зайчишка целует зайчонка. Вон внизу обнимаются. Это яйцо Фаберже. И это яйца Фаберже. И это тоже. Тоже декор на двери. Что это такое? Весенняя композиция. Не знаю. Какой 5 евро. А вот такого зайчика не хочешь? Сзади хвостик отвернутый. Тоже нравится. Или вот птички. Знаете, птички нет, а вот эти ничего. Может, скатерть. Не знаю. Выбирай что-нибудь на двери. Очень симпатично. Очень. Так много всего разного, и не всего хочется. Вот мне нельзя такие вещи. Ну, выбирай что-нибудь. Ну, возьму еще что-нибудь. Пошли на скалку, потом все равно сюда поднимемся, да? На этаж. Вот еще какие-то. Я думала, может, на этот взять. Куда? На окно, в этот. В кухню? Да. Возьми. 5 евро дорого. За 3. За 3. Хитрая ты за 3. Нормально. Так, пошли. Вот этот красивый, да, зайчик? Да, да. Мне, честно говоря, вот этот повернутый попой больше всех нравится. Прям вообще. Какой-то супер дизайнер. Возьмем его. А вот какие зайчики. Ой, какой он зайчик симпатичный. И вот. Угу. За 3 евро, может, такой тоже? Ага. Так, в отделе посуду. Так, а венчик? Не, я венчик хочу, не хочу, не хочу такой. Ну, если хочешь, что еще один купи, чтобы было 2. Я хочу другой фирмы. Это зачем надо яйцо чистить? Это яйцо резать, это серое? По-моему, да. Ой, резиночки. Так, нам надо скалку. Так, тут всякие деревянные. Деревянные ложки, шпажки, зубовыкалячки. Вот тут что-то круглое, длинное. Вот скалки. Я нашла. Нашла? Да. И деревянные, и... А? И есть и деревянные, есть и силиконовые. Смотри. Чё почём? Не знаю. Ну, сильно маленькая, сильно короткая этот. Ну, не люблю, должна скалка быть побольше. Вот такая. А это тяжелая? Не, вообще нет. Блин, скалка должна быть тяжелая, да? Мне нравится такая скалка, чтобы она побольше ты раскатывала. И вот это пиндюшная что-то. Ну пошли, может, еще поищем. Ну, а где поискать? В другом магазине. В каком-то хозяйственном. Такие пиалочки, как у нас. Юля одну цокнула. Сейчас еще одну возьмем, чтобы было 2. Это хорошая фирма посуда. У нас дома такая посуда была. Так, чашечку возьмем. Пиалочку одну, да? Пиалочку. Вот чашки размеров, как мы любим. Симпатичные. Это маленькие чашки. Ну, вот такие, да, чашки.
Сколько в них миллиграмм? А? Сколько в них миллиграмм? 350. Где-то 350, наверное. 350 дорого, да? А вот это такая вот квадрат вот такой формы, не вытянутой. Ну это сильно. Она почти. Да? У нас такие есть. Кушать красивенький. Там миски тоже. Тут миски тоже. Игрушки. Они сами себе игрушки. Ну ничего такого нет, да? Нам ничего не надо. Игрушки не надо, они игрушками не играют. В продаже есть сейф дипломат. 5 евро. Нормально. Так, хочу такие наклейки купить. Выбирай. О, уже что-то там побачил. Свечки. Рубль 25, но мне они не нужны. Я не знаю. Мне вот этот нравится. Бери. Да? Да. Заяц, яйца. И вот это. Это тоже наклейка? Наверное. Нет. А вот эти длинные? Вот эти длинные хочу. Эту? Да. Иду, мой, иду, нет. Ну, какие красивые. Угу. А? Да. Не знаю. Возьму такие, да? А ту не хочешь? Нет. А на двери наклеить? Ну, потом в следующий раз. В следующий месяц. Вот такой. Я не люблю, вот, когда нерисованные. В праздник он должен быть рисованный. А перефотографирован мне не нравится. Вон зайцы какие. Все, что хочется. Все, что твоей душе помнит. Вот видишь, он сфотографирован, этот заяц. Этот? Да, он не нарисован, вот какой-то ну, такой. Ну, а что, этот лучше? Да, этот такой мультяшный. Так, барашки. Так, ой, это... какие зайцы пузатые. Боже, как все красиво, да? Знаете. Супер. Так, страну это возьмем, да? Пошли теперь сюда. Пошли куда? Что это? Свечи. Ну, как ты знаешь, что свечи сжигания яйца? Не знаю. Тоже, наверное, наклейка. Подносики. Это что? Не знаю. Что-то, что-то. Опять мы в этом отделе. Не можем уйти с этого отдела никак. Все такое красивое. Такое прикольное. Это сердце стоит 5? А это 2,50. Курочки какие. Симпатяшки. Вот это зачем вот эти вот висюль? Ну не знаю. Ну ленты зачем на свадьбах? Как наверное и тут. Для красоты.
Кто-то уже что-то разбил. Люди специально ждут, группа с экскурсией, когда будет звенеть мелодия. Класс. У меня вопрос. Вот это где колокольчики? Вот там два колокольчика, потом три колокольчика, три, и там вот три двери. Видите? Ну. Я так предполагаю, что это двери или запасной выход какой-то. Может быть, при пожаре. Там выходят, звонят колокола. Вот, видите? Все интересное, что везде часы рабочие. Везде. 3:05. Они все звонят. Прикольно. Видите, спрашиваем. Какая-то мелодия. Да. И отель, и бар, пожалуйста. Все есть. Все. И шериф. Смотрите, как люди сразу замерли, и все смотрят наверх. Ожидают какого-то чуда. А может сейчас с этих дверей кто-то выйдет? А никто не выходит. Люди вот смотрят просто на часы. Вот заметьте. А мы сейчас дождемся, и кто-то выйдет. Может быть, кто-то выходил бы оттуда. Видите, там как балкончик такой. Это что-то означает. Только... Музыка веселая, скажите хорошую. Ну, когда еще попадешь, да, так, в такое время сейчас звонили. Ну, все вот, все смотрят, видите, все, знаете, люди все голову задрали в ожидании чуда. Но чуда не будет. Все. Конец? Одна музыка. Я просто думала, видите, люди все, и все останавливаются, все смотрят. Что, пошли? Ну что нам идти? Будем ждать тоже чудо. Будем как все? Да. Будем на тебя смотреть. Ничего, никто не выходит. Видите, молодежь уже надоела. Ну правильно. Дело. Это что такое не делают? Ну с телефонами бегут, может сейчас что будет. А, не, они просто здороваются. Ничего не будет. Нет, ну просто вот это интересно. Смех смехом внутри двери. Но это явно дело, что там что-то все равно. Да ничего там нету, не выдумывай. Нет, там есть. Может, во время пожара, когда, может, часы не работают. Они я даже, просто... смотри, колокольчики колокольчиками. А даже нет ограждения на этом парапете. Ну что? Классно, да, жить в историческом месте, в исторической части города. Все это старинное, историческое. Я специально не гуглю, чтобы вы сами посмотрели и сами загуглили. А прикинь, какая тут плесень. Чего? Ну, дома говорят, все в центре города. Все это плесень. Да, говорят, что в центре города, что тут, конечно, это... Так, пошли. Ну, пошли, пошли так. Что показать? Что показать, я не поняла. Вот так вот. Покажи, куда ты идешь. Так я бы еще зашла в банк бы сейчас тут. А? Банк бы зашла. Какой банк? Вот, банк. Пошли в банк. Пошли. Вот, Юлька тратила мои деньги. А я трачу ее деньги. Все, до свидания. Такие человечки интересные. Вот 30 евро по 25. Такие прикольные.